Это настоящая мастерская для будущих профессиональных химиков. Здесь студенты учатся моделировать технологические процессы. Им в помощь полный комплекс оборудования. Например, прибор для анализа эксплуатационных свойств нефтепродуктов, бензина и дизеля. Или спектроскан – устройство для определения уровня содержания серы. Никита Алимов, несмотря на то, что обучение начал не так давно, уже работает в университете лаборантом. Говорит, после работы на такой базе выходить на настоящее предприятие уже не страшно. Это подтвердила и практика, которую молодой человек проходил этим летом. Это большой спектр знаний открывает как для меня, так и в целом для трудоустройства. Вот. Студенты могут обучаться здесь на современных технических аппаратах. Техническое оснащение помогает заниматься научной деятельностью, разрабатывать какие-то проекты. Один из стратегических партнеров ИРНИТУ – Ангарская нефтехимическая компания. Ежегодно предприятие выделяет средства на приобретение специального оборудования для учебных лабораторий и оснащение материально-технической базы кафедры химической технологии. Сотрудничают и в подготовке кадров, и в области науки. Педагоги и студенты выполняют для компании большое количество исследовательских работ. Все эти приборы, которые имитируют и полностью модернизируют все производственные процессы, как раз и применяются на современных химических и нефтехимических производствах. Поэтому, работая на этих приборах, которые мы в течение уже многих десятилетий приобретаем при помощи Ангарской нефтехимической компании, они тем самым закладывают себе базу для дальнейших производственных успехов. Свыше 1000 выпускников вуза сегодня трудятся в АНХК. Кроме того, молодые люди, прошедшие такую подготовку, востребованы и на других химических предприятиях России. Виктория Малая, Павел Рютин, АСТВ.